Обычный день рождения, если бы не одно «но» – именинник хвостатый опасен. Обитатель самарского зоопарка амурский тигр-кактус празднует свой 8-й день рождения. Все как положено, есть и торт, правда мясной, и свечи. Вот только задувают их дети, и желания загадывают сами вместо хвостатого именинника. Тигр, что большая кошка, любит поиграть и даже умеет мурчать. Делает это, правда, редко, кошка все-таки с характером. Он узнает всех сотрудников, то есть на кого-то он... злой, у кого-то нормально относится. То есть, как с утра он добрый, его даже можно за нос погладить, вот, а потом уже у него характер меняется. В неволе амурские тигры живут до 30 лет, так что кактус по человеческим меркам – мужчина в самом расцвете сил. Ему бы подыскать подругу, но в зоопарке сокрушаются, места для нее не хватит. В праздник стараются об этом не думать. На дне рождения кактуса полно детворы. Кто-то примеряет тигриную шкуру, кто-то делится своими знаниями об амурских тиграх. Они самые большие из мира кошачьих. Я знаю, что они охотятся на... всех. Они большие, у них когти большие. Детям рассказывают самое интересное о тигре, которого охраняет Красная книга, и о том, как важно беречь этих животных. Мало кто знает, но именно тигров считают настоящим царем зверей. В дикой природе на него не нападет никто. Его единственным врагом остаются недобросовестные люди. Таких буквально вчера задержали в Приморском крае со шкурой убитого тигра. Теперь им грозит тюрьма и штраф до миллиона рублей. Если в дикой природе амурских тигров осталось около 500, то в неволе в два раза больше. Здесь и обед по расписанию, и медосмотр, если нужно, а главное – забота. Валерия Макарова, Сергей Баскин, «События».